нос надо отсаживать. Она очень злая. Девочки милые, привезли вторую бытовку. Господи, помоги нам. Они у меня переполнены. Я стараюсь. Это только 59 вольеров. Не забывай, у нас еще 12 бытовок. 12 бытовок. Плюс у нас еще железных 2 вольера. Плюс там еще 2 вольера. Знаешь, в общей сложности у нас где-то, ну, наверное, около 60 вольеров. Потому что очень много малышей. Я бытовки не считаю, а в бытовках очень много малышей. Поэтому я говорю, что мы перевезли уже гораздо больше. Около 600 собак, то 100% у нас есть. И кошек около 200. Мы много вывезли, много. Проблема в том, что... Проблема сейчас будет с кормом. Корм мы взяли до 15 января. До 15. И я понятия не имею, как мне гасить долг. Просто понятия не имею. Может быть, еще из-за этого такой упадок сил. Я просто сижу и тупо смотрю. Я сейчас считаю так. День прошел, и слава Богу. А там будет день, будет пища. Бог поможет. Я в это верю. Должен помочь. Много не надо Девочки, у нас осталось 2 листа железа. То есть вольеры мы, каркасы варим, но накрывать нам эти вольеры нечем. У нас нет досок и у нас нет железа на крышу. Девочки, это очень-очень важно. Мы не можем просто обтянуть территорию сеткой и закинуть туда собак. Девчонки, не можем. Нам нужно железо и нам нужны доски. Кто может помочь с досками и с железом? Девчонки, это очень срочно, если мы хотим успеть вывести хотя бы еще 100 собак. Ha ha ha!
Девчонки, я, наверное, сейчас как дореволюционное время подпрыгиваю. И очень хочу увидеть первую лампочку Ильича. Очень хочу, девочки. У меня аж внутри все дрожит. Осталось совсем немного, и у нас будет свет. Слышите, мои хорошие? У нас будет свет. А значит, будет вода, отопление. Ребят, у меня горло перехватывает. Представляете? У нас будет свет. Ребята, нам поставили столб. У нас есть свой столб. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. И от него уже идет провод. Блин, ни хрена не видно. Но неважно. Провод идет вон туда, к домику. Видите? Вон, 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 видно. Так. Вон там молодой человек лезет. И сегодня у нас должна зажечься наша лампочка. Так. Я делаю видео. Вот как мы ему закладываем. Двери закрой. Ага. Я отпускаю пока. Стой там. Стою. Ага, стой там. Вот у него сейчас будет теплая, вкусная. Фу, по морде зачем? Ага. Будка. Какой хороший душистый сен. Так, делаем вот так. Ай, для нашей собаки стербунов будет. И сюда еще ложь. Ой, а сено душистое, необыкновенно. Придави, там сено на самом дне. Придави, как я вот сделала. Хан, ай, как хорошо. И Валя хорошая, правильно. Давай мы ее обнюхаем. Мамочку обнюхаем. Так, кидай еще. Хан. Кидай еще. Какая а чудесная знаешь, собака. Боже мой, он поверить еще не может своему да, счастью. Да, хорошо, там дом. Все, а это новое. Все. Валь, ну так и видео идет, я снимаю. Чудесное видео. Жаль, что нельзя передать, как пахнет сено. Сено пахнет просто великолепно. Всем бы такое. О, как у него здорово будет. Хоть самому залезай. Валь, ну я заканчиваю, слышишь? Ребят, приехали наши.
перевезли 600 собак. Где-то числа 10-12 планирую перевести еще около 30.